Приветствую вас, Алексей. Давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, отношение к жене вызывает некоторые вопросы, потому что, как бы, с чего все началось? Началось все с того, что у вас предварительно есть диагноз онкологический, и вы ничего не сказали об этом своей жене, замкнули в себе, не сказали, что боитесь, что они переедут. Кстати, я не понял, что переезд, то есть решили переезжать, но как-то я так и не понял, переехали или нет. Если не переехали, то при чем здесь съем квартиры, или у вас в Казахстане квартира была съемная, то есть здесь как-то вот непонятно, ну, не важно. Это ж не важно, но сейчас речь немножко не об этом. Вы замкнулись, помимо того, что вы перестали помогать финансово, тут зависит от характера ваших взаимодействий, насколько финансовая сторона является интегрированной в общее тело вашего взаимодействия с женой, вы еще эмоционально отдалились, и жена не очень поняла, почему. А почувствовал себя брошенной. Я не говорю о том, что вы виноваты. Это вот достаточно негативная история, что вы чувствуете себя виноватым. Нет, это немножко дело в другом. Не в том, чтобы себя винить, бичевать, обвинять и так далее. Нет. Здесь дело немножко в другом. Здесь дело в том, чтобы самого себя как бы спросить. А, собственно, вот почему я замкнулся? Почему я не сказал жене? Да? Почему? Дальше. Жена хочет развестись, подала на развод. Ей помог со съемом квартиры другой мужчина. Вы осторожно разговариваете с детьми, узнаете, что в квартиру при детях никто не приходил, но на отдых она ездила с ним, но он был на отдельной машине. То есть вы фактически следите за женой и женой. Вы говорите, что вы любите жену и детей, но при этом вы с ними не искренне и не говорите о своей болезни. Далее. Вы спрашиваете, как говорить с женой, чтобы она не подавала на развод, и уговорить ее хотя бы пойти к психологу. Никак. Потому что если у жены нет к вам чувств, она разведется. Если жене с вами неприятно, она разведется. Если вашу жену что-то не устраивает, она разведется. Мне не очень понятно, по какой причине, если знали, что жена с вами разводится, а вы хотите сохранить брак, почему так поздно вы обратились к психологу? Я понимаю, что, может быть, у вас не было времени, не было возможности и времени раньше приехать в Казахстан. Это я понимаю. Но почему раньше не обратились к психологу, это вопрос. Тем не менее, сейчас идти к жене, уговаривать ее идти к психологу, не разводиться с чувством вины и одновременно с таким вот давлением, означает вообще полный провал. Вам нужно разобраться в себе, вам нужно убрать ваши собственные противоречия, тревожности, страхи, которые есть, это очевидно. Мне показалось из вашего текста, что вы достаточно мнительный человек. Это может быть, конечно, связано как с пандемией, угрозой пандемии, так и в целом. Мне показалось, что вы достаточно тревожный человек, нервный, могу ошибаться, да? Вот. И вы недостаточно уверены в своих решениях. Я не говорю, что все женщины такие. Не хочу сказать, что все женщины такие. Более того, это отдельный такой вид, отдельная черта женского характера, когда женщине важно не решение,
когда женщине важно правильное решение или нет, а когда женщине важно, что мужчина уверен в этом решении. И мне кажется, что как раз таки этого у вас нет, и вы не даете этого жене. А жена в этом нуждается. И это моя гипотеза, я не хочу вас обнадеживать, но поддержка мужчины, вашей жены, выглядит как попытка компенсировать вот эту вот уверенность какую-то, потребность опереться. Да, потребность в опоре — это, конечно, в какой-то степени проблематика вашей супруги, это правда. Но я думаю, что говорить об этом сейчас ей не имеет смысла. Вы подумайте о том, какого мужчину ваша жена увидит, когда вы придете в суд, например. Вот. Просто подумайте об этом. Кого она увидит? Кто перед ней предстанет? Какой человек перед ней предстанет? Будет ли это человек уверенный в себе? Будет ли это человек, который четко, точно знает, чего он хочет? Или это будет человек, просящий, унижающийся перед, ну, перед женой, да? Вот. И, соответственно, сомневающийся и не знающий, там, до конца, что ему нужно. Просто подумать на эту тему, как мне кажется. И когда, если вы на эту тему подумаете, мне кажется, что вам будет куда легче. Вы сможете для себя лучше понимать, кого увидит жена. Вот. Как бы, что, кого она увидит перед собой. Что это будет за мужчина перед ней. Вам нужно, на мой взгляд, быть готовым к тому, что ваша жена быть с вами не захочет. И вам нужно быть готовым принять ее выбор, принять ее решение. Принять ее решение быть дальше без вас. Просто потому, что она может это. Просто потому, что она хочет этого сейчас. И просто потому, что для того, чтобы она поняла, например, что вы для нее вариант лучше, нужно, чтобы был контраст, чтобы было сравнение. Я не очень люблю этот вот аспект, да, я не очень люблю вот этот вот момент, когда, ну, так вот вопрос ставится, но, тем не менее, как бы, здесь, на мой взгляд, нужно так, потому что ваша жена, она, очевидно, настроена достаточно решительно, она, очевидно, настроена достаточно серьезно, вот, и как бы не намерена, условно говоря, там, давать задний ход, вот, то есть она
хочет достичь, ну, какого-то результата. Вот. Она хочет достичь того, что ей нужно. Она хочет, условно говоря, получить то, что ей нужно. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, готовы ли вы отпустить, если вы ее любите. Потому что любовь – это готовность отпустить. Всегда. А если не готовы, то в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите, что вам не хватает и что ваша жена должна вам в таком случае дать, без чего вы там, условно говоря, не можете. Вот я не говорю, что однозначно плохо, что вы без этого не можете. Я просто хочу сказать, что вас это делает, ну, в какой-то степени уязвимо. Вот. А вот то, что я хочу вам сказать на данный момент. Значит, поскольку времени осталось немного, у вас, я бы настоятельно рекомендовал бы сейчас поработать с чувством вины. Ну, вашим чувством вины. Чтобы чувство вины на вас не давило. Чтобы чувство вины вам не мешало. Чтобы чувство вины не показывала вашей жене, что вы слабы, чтобы чувство вины не дискредитировало вас, вероятно, в ее глазах еще больше. И это очень важный момент, как мне кажется, для решения вашей проблематики. А вот, значит, с чувством вины. Если поработаете с чувством вины, то вам будет гораздо легче. Дальше. Вот. А пока не поработали, пока вы будете себя винить, ваша вина будет это ощущать, она будет это чувствовать и вы можете мне не верить, но ничего хорошего в этом, ну, как бы, ничего хорошего из этого не получится. Я имею в виду, если ваша жена будет видеть и чувствовать, что вы там, ну, себя вините, грубо говоря. Ну, делать вы можете, конечно, все, что хотите, право ваше, но я как специалист, думаю, могу высказать свое мнение. Дальше. Говорить, идти к психологу. Ну, опять же, вам здесь нужно обратиться к, условно говоря, опыту, нашему опыту, да, вот, и увидеть, что, значит, никогда, уговоры, именно уговоры, и насильные походы к психологу не приносили результата. Никогда. Это никогда не работало так. Человек либо хочет идти к
специалисту, и он понимает, что у него проблемы, либо он не идет к специалисту, потому что либо он не понимает, что у него есть проблемы, либо он не хочет их решать, либо его все устраивает. Ну, в принципе, да. Разницы там, ну, разницы особо никакой, я думаю, вы это понимаете сам. Вот, и все. Поэтому ваша вот эта вот позиция уговорить идти к психологу, да, ну, как бы, а что я получу, вот, какой вопрос нужно задать, вот, что я получу, если я обращусь к психологу, вот. То есть, ну, это как бы вашей жене. Как бы нужно будет ответить. Гармонизирую отношения со своим мужем. Так, ага, да. Я не хочу это делать. Например. Понимаете, какая штука? И как бы все. То есть какой смысл? Какой смысл у вашей жены идти к психологу? Зачем? Что она получит? Почему нет? У вас пока что нет, на мой взгляд, возможности для того, чтобы ее уговорить. Особенно если она этого не хочет, повторюсь, как бы. Здесь момент в том, чтобы вам самому поработать с специалистом над своими проблемами, которые у вас есть, чтобы вы вот как бы, ну, более, ну, более естественно себя чувствовали, да, чтобы вы более естественно себя ощущали, вот, и чтобы вам было легче вот справляться с теми трудностями, да, которые у вас, ну, к сожалению, появились. Вот это вот, да, это действительно задача, вот. Остальное пока что не первостепенно. Точнее, из этого вытекает все остальное. А вы пытаетесь все остальное заменить. Вот. Так, к счастью или к сожалению, ну, так не получится. Вот. Я, опять же, думаю, да, что вам самому как бы решать, да, к счастью или к сожалению, но не получится так. Вот. Поэтому я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вы для себя сделали или сделаете определенный вывод. Я надеюсь, что дал вам больше для размышления. Вот, я надеюсь, что вы все обдумаете и уже тогда решите, как вам поступать, да, и что конкретно вам делать. Вот. Ну, как бы, вы сами уже решите, как и что, вот, как действовать, я думаю. На этом все.
я желаю вам удачи, я желаю вам всего доброго, успешного разрешения данной ситуации. Вот, и надеюсь на вашу обратную связь.